Дорогие мои подписчики, если вы знали, какой у меня день, очень насыщенный, с утра, о боже мой, мне нужно было много чего сделать, и вот в итоге, во что я преобразилась, ой, не знаю, хорошо или нет, но я так собралась. И вот такие красивые ромашки, такая яркая помада, не знаю, но мне что-то захотелось, вот, вот так выгляжу, спортивный. Красоту я попала. День рождения вот такое. Люди загорают. Все для нас. Мои девочки, подруженьки. Посмотрите, какие именинницы. Наша именинница. Это самый лучший фотограф. Мерсине. И такая красота здесь. В такой пляж. Вы видите, специально в этом отеле девочки фотосессии делают. Вот так вот мы, Валюша наша, такая романтичная натура. У нее все так красиво, она любит цветами заниматься, букеты составлять. Вообще каждый праздник она готовится по-особенному. И просто слов нету. Поэтому сегодня я не могла пропустить, несмотря на то, что с моей свекровью такое произошло. Но она сейчас под присмотром, вы все. Так что вот, мы вас снимаем, а вы нас снимаете. Так проходит рабочий процесс фотосессии. Валь, красиво, какая локация вообще, просто загляденье. Просто красота. А цветы эти, посмотри, да? Настоящие, они очень ароматные. Это не настоящие. Настоящие, это ароматы. Что вы говорите? Ты что, да, это настоящие. Мух ты шэм, ну что это такое необыкновенное? Я подумала, это искусственное. Какие красивые цветы, девочки. Сейчас мы, знаете, куда идем? Кататься на яхте. Вот такое день рождения нам устроила Айкут с Валюшей. Девочки! Девочки! Подруженьки! Поехали! Мы в Марине, друзья мои. Нас ждет шикарное путешествие. Мечта, одна из мечт наших. Это наша яхточка. Как интересно. Какая огромная яхточка, мама дорогая. Ого.
Вот это да. Я подумала, маленькая, знаете, как-то там, ну, видела это вообще. Şuradan bir gene dengeye, aynen dur. Denge olması için, hop, tamam. Bundan sonra sık olabilir. Amin, ben de korkuyorum. Video yapayım mı sana? Sonra. Tak, merhaba. Merhabalar. Ne güzel. Светлана, мечты сбываются. Я так мечтала об этом. Честно вам расскажу. Я сниму, потом мне будет не до снимок. Смотрите. Боже мой, где я нахожусь, друзья мои? Мне не верится. Колонка где? Здесь. А, все есть, колонка. А у них вон колонка такая. Да, не сейчас вон. Девочки, а рядом? Рядом тоже. Фантазии не видится. Это музыка у них, а мы обрадовались. Там, наверное, молодожены. Посмотрите, молодожены тоже. Видите, для них. Да, это предложение. Вот так делайте сюрпризы, мужчины. Кутлуйорус, декадаргюзель. Это очень хороший знак. Девочки, мы поехали, что ли? Мы поехали. Хорошо иметь таких подружек, которые тебя удивляют на миллион. Да, поэтому все мы были богатые, девочки, счастливые. Следующий день рождения, в следующий раз я вас приглашу. Evet, çok istiyorum. Deli gibi. Ya adı da güzel. Bebek. Seriye açsam siz? Evet. Afiyet olsun. Olmaz. Bir tane mi? Yeter. Aslında. Teşekkür ederim.